Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня, как вы заметили уже, да, у нас будет панда, немножечко в контраст, он Генрику сейчас подойдет, поиграем на этом персонаже, самым обделенным по скинам, у него только один скин несчастный, представляете, у панды только один скин, ну, вы это можете заметить, потому что он слишком плоский, да, возможно, модельку панды когда-нибудь переработают в ближайшем будущем, да, и наконец-то на него начнут завозить скины, но потому что... Как бы нос выпуклый, а все остальное это просто прямоугольник какой-то, по сути, немножко растянутый. Поэтому тут даже вот сейчас видно, как расплывчатый скин, да? То есть, если нос у него такой более четкий, то скин за ним просто какой-то мыльный, что-то такое. Ладно, мы отправимся к командной бои. Поваляемся сегодня за панду. Я надеюсь, красивые 3 топ-1 залутаем. Потому что рейтинг хочется поднимать, потому что там золотая лихорадочка. Ну, в общем, да. Потому что надо на волка выбивать предметы. Хотя там на всех персонажах сейчас предметы падают. И, короче, ох уж разрабы, да. Понаделали с игры, не пойми чего. Как интересно. Так, ребятки, игра почему-то на меня обиделась и решила не спускаться, поэтому мы перезапустились и поехали еще раз. Попробуем. Я надеюсь, это не будет сейчас повторяться такая ошибка. Ну, нормально, запустилась. Команда, конечно... Ну ладно, сойдет, в принципе. Какая есть. Ох, какая быстрая панда! Вы чувствуете эту скорость? Я ее чувствую. Точнее, чувствую ее отсутствие. Скорость, которой нет. О, да, надо же... Тут же откидывание. Как я мог забыть эту прекрасную вещь? Так, тут еще гранатка у нас. Ох, как не откидывается бы на льду. Да, прям вообще. Вот, кстати, странно то, что Никс не залутал гранату. Ай, чувствую, будет весело сейчас играть. Но я не знаю, как мы еще будем побеждать этими... Ладно, залутаю сам, короче, нет смысла тянуть с этими ребятами, потому что, ну, вы видите, да? Тут по-любому, кроме меня и Яры, больше нету интеллектуально развитых игроков. Ну да ладно, то дело такое. Нам сейчас главное просто как-то выжить вместе. По идее... По идее. Ну, видите, вот Никс аптечку нажал. Это вроде нормально. Значит, он что-то может. Брюс у нас, походу, все, потерянный. Никс, видите, вот тут кнопочки нажимает какие-то. Он даже лутаться умеет. Ну, все, это победа. Я, правда, не знаю, как мы будем сейчас побеждать. Пойду поищу пока что копье, потому что, ну, без копья тяжеловато все-таки. Это один из артефактов на урон. Которых нет. Да. Игра, можно как-нибудь баланс копья забалансить? Хотя бы как... Ну, спасибо. Спасибо. Наныл, как говорится, да? Да. Моя команда держит оборону. Ну, знаете, лучше такая, чем разбегаются по всей карте. Правильно? Правильно. Я пока залутался, теперь можно... Сейчас мы закроем только Никса одного. И он умрет. Блин, ну почти закрыли. Я извиняюсь. За кашей все-таки никак не проходит. Ну, то дело такое, пройдет когда-нибудь. Ну что, осталось против нас два сквада. Причем фуловые сквады остались, и моя команда до сих пор верит в этого Никса. Верит до последнего. Нужно сейчас сыграть более-менее адекватно. Наверное, стоит пойти направо. Наверное, стоит пойти направо. Почему? Потому что здесь все-таки есть куст. Там, конечно, кусты тоже есть, но там они на воде. Я без сандалий святого. Я не знаю, как я буду без сандалий святого. Так, закинем гранатку тут, сейчас попахаем в брюсика. Нужно сейчас как можно больше надамажить этих ребят. Брюса надамажить как можно больше. Нужно. Съем кусты. Вот, у меня сейчас проблема большая, это то, что я не в правильном месте, не в правильное время. Брюс, как видите, с первобытным инстинктом, но я могу много ему урона вкинуть. Однозначно могу много урона вкинуть. Мне нужно просто немножко аккуратнее себя вести. А, все, аптечки закончились, понял. Ну. Как-то быстро. У меня такое ощущение, что одна аптечка куда-то пропала. Или у меня была только одна аптечка. Как думаете? Я вот что-то не помню. Ну, блин, обидно. Я извиняюсь. Очень обидно. Потому что по урону я вкидывал прям, ну, фулку в Брюса. Я и копьем попадал, я и гранатой попадал. То есть я всем попадал. Почему я не смог его вынести, я не знаю. Возможно, все-таки этот... Разница в одну аптечку зарешала. Эх, печально, конечно. Но что поделать. Такое бывает. Все-таки вы видели, какая команда там была. Это было печально.
Но теперь у меня команда нормальная, теперь, я думаю, мы должны на изи побеждать, потому что, ну, 14 джейд, баг хотя бы, его наличие, да, есть. У нас фул золото, фул, замечу, да. Опять же, одной аптечки не хватает, а вот и она, как бы, ну, это должна быть победа. Если это будет не победа, это капец, я буду орать. Ну, надо главное с джейд бегать, почему? Потому что джейд, если умрет, это будет проблема, потому что урона много с нее, мне нужно будет ее спасти. Потому что если резнуть джейд, такую 14 уровня, которая просто шотает противников, это будет нереально жесткий маневр. И противники просто будут офигевать. Поэтому надо спасать джейд в любом случае. Всегда быть возле нее. И таким образом доминировать на карте. Кстати, я, оказалось, у нас нету еще пол золота. Ну, по крайней мере, у моей команды нету. У них дробовиков не хватает. Ну, это такое дело. Как говорится, мне дробовик не нужен. Если мы сейчас еще в кустах останемся, будет прекрасно, потому что я в кустах могу поиграть очень жестко на панне. Конечно, у меня панда без ботинка. Я жалею об этом выборе, потому что я 100 раз видел, как панда с ботинком тащит. Насколько она жесткая. И насколько ботинок все-таки полезная штука. Пока что закинем просто гранатки. Бахаем сдалека. Похилимся. Я не знаю, где наша джейд. Она бегает на островке почему-то. Я немножко не понимаю этого прикола. Бегать на островке. Я пока что бахаю тех противников всех, которые там ходят. Ник здесь, блин, 14 уровня. Посмотрите на эту жесть. Просто посмотрите на эту жесть. А жесть здесь на два склада дерется. У нас фул аптечки. Надо сейчас просто помочь ребятам здесь, сбоку. Резнуть здесь остальных. Главное просто никса продамажить. А вот, как я и говорил, про джейд, который сейчас умрет. Я не успею резнуть. Да? Ну давай, давай. Ну хотя бы зайти смог. Стенку ребята поставили. Так, ну, я постараюсь здесь накидать им урона сейчас там. Опять же, что я могу? Вот видите? Из-за одного союзника проиграть всю игру. Насколько... Ой. А так было все красиво. Куча аптечек. Красивая позиция. Никса отпугнули. Все живы. Осталось просто дожать. Дожать чуть-чуть. И наша джейд побежала на самую невыгодную позицию, где можно только умереть было. Насколько нужно быть гением, чтобы такое поступить, а? Насколько? Ну еще мой сквад, который побежал вместе со мной, могли бы они побежать... С другой стороны, ну блин, вот насколько обидно, когда победа у тебя в руках просто из одного, ну, не очень хорошего игрока, просто берешь и проигрываешь. Ну вот как можно на этой позиции играть, если ты можешь умереть? Ой. Так ощущение, знаете, что некоторые не учатся на своих ошибках или на ошибках других и совершают их каждый раз. Я вот один раз там побывал, один раз, точнее, там умер, мне хватило, чтобы понять, что это место... Максимально невыгодное для того, чтобы там драться и умирать. То есть нельзя ни в коем случае именно в том месте умирать. Но не у всех же. Да, 14 уровень прокачал. А в такой ситуации, наверное, еще ни разу не было. Удивительно. Потому что я вот сколько уже персонажа прокачал. Как неожиданно, как неожиданно. Я не успеваю, я никак не успеваю вообще. Ну прекрасно, чё. Дерзкий орел быканул. Нате. Ща я вас тут всех поубиваю. Вот опять же, двое в команде просто стоят. А нет, ладно, не того, кого-то убивали. Простим их. Так, ну Джей тут у нас вроде бегает, вроде адекватная. Все, погнали, погнали, погнали. Ну хоть как-то надо играть командно. Хоть как-то, потому что, ну вы видите, очень сильно не везет на команду, очень сильно не везет на этих гениев, которые подставляются. Все, лев попал. Видите, вот попал. Хотя показалось, что не попал. Ну ладно. Как-то нужно сейчас победить сквад последний, который против нас остался. Если нам сейчас очень сильно повезет, они будут идти с зоны. Это прям будет очень сильное везение. И мы будем драться в кустах. Но
Джейд у нас убежала. Очередная Джейд, которой надо куда-то убежать. Ну, сейчас она тут умрет, моя команда здесь. Ну, хотя бы, вот, видите, хотя бы оно смогло. Хотя бы выбежать смогло, догадаться. Это уже, ну, Орел туда решил залететь, гений на Орле. Так, ну тут у нас все хорошо получается пока что. Я пока что красиво все делаю. Ну да, все, я помер. Прекрасно. Из-за этого орла. Блин, как же бесит на панде. Как же бесит на панде это делать. Так, ладно, давайте схиляемся. Тут аптечек много, в принципе. На всякий случай съем куст. В бочку сразу сяду тоже. Фух. Каким-то чудом, чудесным мы победили. Это было... Нам повезло. Откровенно, ребят, скажу, это просто везение. Лютое, потому что могли бы сыграть мои сокомандники получше. Не умирать, и тогда бы была изи катка. Если бы еще в кустах не оставались, я бы мог отхилиться. Насчет кустов, и было бы все красиво. Но, к сожалению... Ну, к сожалению, да. Приходится, вот видите... Ну, хотя бы рядом с кустами. Ну, вот опять же, ботинок мог бы зарешать. Но опять же. Вместо чего взять? Укол адреналина, ну куда? На панде без укола адреналина играть такой себе. Гранаты только заменить. Но тогда не будет такого жесткого урона. Потому что когда за пандой гонится, когда он в окружении дерется, тройные гранаты просто дают нереальный буст. И за счет этого буста можно разваливать других противников. Давайте еще один боец катаем. На удачку, я думаю, попробуем. Фух, на удачку, ага. Надеюсь, сейчас будет... Да. Я, походу, сильно размечтался. Слишком сильно я размечтался. По поводу хорошей команды. Ну, какая есть, такая есть. Чего уж. Орла минусуем красиво. За главное сейчас залутать гранатку. Все, остальное, в принципе, уже не важно. Сейчас мы льва здесь убьем дерзкого, который решил остаться здесь почему-то. Но опять же, аптечек у меня сейчас нету, как вы заметили. Я еще гранату не туда кинул. Вот же я гений. Ой, ну ладно. Теперь зато у нас есть две аптечки. И это прекрасно. Осталось их только дождаться немножко. Правда, один гений у нас не смог дождаться аптечек. К сожалению. Лутаемся и погнали в атаку. Так, похилимся сразу. Куст тоже сидим и погнали. Все, вроде бы нормально у нас здесь получается. Главное, вот верхнюю аптечку сейчас противнику не отдать. И будет все прекрасно. Каким-то чудесным образом в этой ситуации нам очень повезло. Блин, по сути, реальная игра на везение получается. Вот представьте, если бы тогда они не убежали все, да, отсюда, а начали бы с нами драться, мы бы, наверное, скорее всего, откисли. Потому что, ну, пока я там гранатку залутал, пока я то-сё. Плюс их с другой стороны еще сквад поджал, который мы потом тоже вложили, да? И вот по итогу мы минус два сквада сделали на каком-то чуде. Офигеть, да? Ну, такая зуба. Ух, ладно, погнали дальше. У нас противники не заканчиваются. Я орла сейчас очень сильно продамажил. Блин, он, к сожалению, смог отбиться от меня. Но я опять его сейчас очень сильно продамажу. Сейчас Брюса также очень сильно продамажил. От орла я свалил немножко. Я, походу, сейчас не выживу здесь. Мне кажется так. Орел слишком много дамажит. Ну, блин. Сколько я там урона внес? Ну, вы видели, а? Ну, вот почему моя команда не могла рассредоточиться? Ну, это да. Команда 7 уровня. А чего я это не хочу? Если они хотя бы вместе бегают, это прям уже идеально. Ладно. Видимо, сегодня... У панды карма плохая, поэтому, как видите, топ-1 не берется. Возьму уже топ-1 отдельно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, что думаете. По поводу команд, конечно же, прекрасных, которые почти позволили мне победить. Хотя вот, если посмотреть на команды, да, сейчас ситуация, были бы они немножко на расстоянии, а не в одном месте. Блин, когда под Брюса и Орла, да, в одном месте надо находиться, чтобы сразу всем умереть. Были бы они в разных местах, было бы проще. И вот...
один бой, это где была 14-я Джейд, идеально умерла в нужном месте, чтобы вся команда из-за нее умерла. Тоже как бы... Вот, два фактора, две команды, и вот такие вот результаты. Просто остальных я уже не помню, но там тоже было что-то типа того. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.